Всем привет! Вы на канале DenBest, и сегодня у меня всеми любимая яичница. Ее можно готовить по-разному, я покажу, как готовлю ее я. Отличный завтрак, в принципе, я могу и в обед, и вечером пожарить и покушать. В общем, смотрим, поехали. Включаем плиту, пусть сковорода немного нагреется. Беру вот такой вот подчеревок красивый, 4 кусочка нарезал. Выкладываем на сковороду, обжариваем с двух сторон. Вот так вот слегка подрумянил подчеревку. Добавляю на сковороду немного растительного масла. Может, столовая ложка примерно. Вареная колбаса. Два кусочка небольшие разрезал на две части. В общем, 4 штучки вот таких вот. Обжариваем до красивой румяности с двух сторон. Обжарили колбаску, добавляю грудинку. Добавляю 4 яйца. Аккуратно, чтобы желток не повредить. Теперь делаю самый маленький огонь. Солю по вкусу. Желток я не солю, именно белочек. Колбаску немного. Черный перчик по вкусу. Также на желток я не попадаю. Еще я люблю добавлять немного сушеного чеснока. Если не любите, можете не добавлять. Совсем немного. Добавлю немного перца. У меня есть вот пепперончини, он маринованный, я покупаю. Мне очень нравится, он такой слегка остренький. Добавляем. Не нравится, можете не добавлять. И теперь вот на вот таком маленьком огне жду, чтобы белок схватился. Теперь накрою крышкой ровно на 1 минуту, чтобы желточек немножко прихватился. Все, друзья, вкусняшка готова. Если любите желток не жидкий, держите под крышкой больше, чем минуту. Выключаем. Сверху зеленый лук. И можно кушать. На этом, друзья, все. Всем спасибо, кто посмотрел. Пишите комментарии, как делаете вы. Может, также любите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Всем приятного. Пока.